Всем доброго дня! Я вас всех приветствую. Вот сегодня я иду садить лук. Лук я в этом сезоне сажу беленький. И сажу еще с помощью соли, обыкновенной соли. Предварительно лук я не замачиваю. Ну, просто не замачиваю все. Не знаю почему. И в этом году дело в том, что сами видите, какая погода, что творит. А если лук намочить, ну, это мое рассуждение, конечно же. Вот. А потом вдруг заморозки, а вдруг еще что-то. И мокрый лук, ну, я думаю, ничего хорошего ему не будет от этого. Вот. Поэтому я буду садить просто его с солью. И больше ничего. Ну, все, пошла я садить, готовить грядочку. И вам все покажу. Хочу еще дополнить, у нас сегодня 21 мая, комары летают вовсю, и погода 15 градусов тепла, но ветерок вроде не очень сильный, но комары есть. Не знаю сейчас, как дадут они работать, если что, буду применять средства по защите от комаров. Ну все, пошла работать. Ну вот моя грядка, в которую я буду садить лук. Здесь она начинается, и вон там она заканчивается. Ну, я думаю, у меня столько лука нет. Поэтому сделаю я его по краям, а в середину, может быть, что-то посажу попозже, посею. Или, может быть, свеклу, или редьку. Ну, в общем, пока по краям я его пущу. Вот, что хочу еще сказать. У меня вот здесь, вот видите, да, это не сорняк, это овсяный корень. Кому интересно, найдите, загуглите, почитайте. Очень полезная вещь. Ну вот я садила полосочку, это было в прошлом году. Его вообще сеют под зиму. Я не прочитала информацию, ну просто посеяла заодно. И он у меня не вылез в прошлом году. А вот сейчас он вылез. Ну вот что, как говорится, от него осталось. Этот кустик рядом. Это сорняк, я его сейчас уберу. Вот, ну все, приступаю к работе. Ну вот, проделала я такую бороздку. Одну пока вдоль грядки. Вот, старалась, конечно, ровненько. Ну, как получилось. Ну, глубина ее примерно бороздки. Ну, вот сколько. Ну, сантиметров 5-7, где-то 6-7, может, вот так вот. Я все удалила. Тут у меня червячки есть даже. Попадаются. Так, и еще вот. Вот эти червячки тут лежат. И муравьи, конечно, куда без них. Но с ними я попозже разберусь. Так, ну все, сейчас я посолю грядочку и начну лук садить. Я его немножечко буду углублять, чуть-чуть, прям самую малость. Ну, в общем, покажу. Ну, вот так я посадила лучок ровно на серединку, до середины луковички. Я сажу, расстояние делаю. Ну, не близкие друг к дружку, чтобы было спокойно расти. Если луковичка крупненькая, значит, ее чуть-чуть поглубже, мелкую повыше. Ну, в общем, на середину, до середины луковички. Вот я вот на таком расстоянии посеяла. Ну, беленькое это то, что соль. Сейчас я это все закрою землей. Вот таким образом. Раз, раз. С обоих бортиков подсыплю. И закрою. Их.
Попробовать вот здесь маленько земли возьму, между ними порыхлю и накрою. Таким образом комары одолевают, кошмар. Очень много комаров уже. У нас тут рядом озерце такое самостихийное, самообразованное. Ну, в общем, все, сейчас я вот этот рядочек весь закрою. И у меня еще осталось ровно половина, ну даже больше, можно сказать. Вот у меня еще сколько лука. Так что я еще один рядочек по этому краю сделаю. Ну все, пока.